В детский сад Троицка привезли сливочное масло неизвестного происхождения. Нарушение выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Давайте разбираться в деталях. Сам продукт был произведен в Тульской области. Челябинский поставщик привез 56 килограммов масла. Оказалось, что были проблемы с отчетностью. Ветеринарные сопроводительные документы датировались от 5 октября. Хоть производственный сертификат был аннулирован еще за неделю до этого, а значит, остальные документы становятся недействительными. Несмотря на это, ветеринарный врач Троицкой ветстанции оформил сопроводиловку на 8 килограмм масла для детсада. Из-за ошибки должностного лица предприятием была допущена приемка и реализация поднадзорной продукции неизвестного происхождения с потерей прослеживаемости, что нарушает ветеринарные правила, требования федерального закона и технического регламента Таможенного союза. Россельхознадзор выдал предостережение компании о недопустимости нарушений требований. Сотрудникам контрольных ведомств посоветовали быть внимательнее.